Под звуки вальса кадеты закружились в танце. Девушки в бальных платьях, кавалеры в военной форме. К этому событию готовились несколько месяцев. Готовиться было несложно, так как раньше я учился в школе, в хореографическом классе. Большинство этих танцев мы изучали, ну, с классом. Часто танцевали, уставали, но мне очень нравилось. Весело. Полонез, гусарская полька, фокстрот, праздничный вальс. Показать свое мастерство в Самару приехали гости из Мордовии. Мне разучивать эти танцы было несложно. Основная сложность состояла в том, чтобы научить наших партнеров. Партнеры побывали в этой шкуре первый раз, и наша основная задача была обучить их этим танцам. На самарский кадетский бал прибыли 1500 человек. Праздник приурочен к годовщине 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лучших учеников кадетских корпусов за успехи наградили памятным знаком в честь военного парада в Куйбышеве. У каждого военного человека всегда в сердце должно быть стремление защитить какие-то конкретные вещи. Свою страну, свой родной край, свою семью. Свою девушку. Поэтому мне очень хочется, чтобы сегодняшний наш бал был действительно ярким, чтобы вы его всегда запомнили, потому что военный человек, какой бы он плотной силовой структуры в будущем не носил, человек должен быть развитым гармонически. И с каждым годом верю в количество гостей, количество кадетов, которые будут приезжать сюда к нам, будет расти. А это значит, что будет приятная кадетская дружба. С юных лет кадеты учатся не только военной науке, но и милосердию. Кадетский бал не случайно назван благотворительным. Все собранные средства передали многодетной самарской семье Шохиных. В ней воспитывается 5 детей. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин. События.